Так, ребята, как у нас дела? Сколько стоит рубль? 100 евро? 100 евро за рубль, о май гад! Что там с билетами на отчетник? О боже, 300 тысяч уже продано, осталось очень мало. Нужно билет. Нашла, нашла, нашла 15, еще принесла 15. Да, еще, да. Что у нас с вечеринкой? Ночная вечеринка номер 26, 27 и 28 декабря. Клуб «Зал ожидания», всех ждем. 100 евро за 1 рубль, не потеряйте деньги.